Привет, друзья! Сегодняшний день начнем с интенсивного разогрева. Сейчас я покажу несколько фитнес-упражнений, которые помогут держать ваше тело в тонусе. Начнем с разминки стоп. Выталкиваем пяточки вперед. Живые колени. Колено дышит, сгибается, выпрямляется. И поехали. Ручки возьмем на пояс. Можно немного добавить бедро. 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Чувствуется прилив крови к стопам. Разрезаю пространство вокруг себя ручками. Стараюсь захватить как можно больше воздуха. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующее упражнение. Выпады в сторону. На правую ножку и затем на левую. Каждый раз стараюсь загрузить ногу тяжестью своего тела. 7, 8. Колено мягко принимает вес и отправляет его на центр. Ну и чтобы нам было не совсем просто, добавим ручки, держу спереди. 7, 8, пошла, раскрыла. 3, 4. Руки раскрываю по диагонали, затем снова возвращаю в центр и снова по диагонали. 7, 8. Ухожу в хороший прогиб, раскрываю грудную клетку. 7, 8. Немножко загрузим наши ноги. Рисуем как будто бы треугольник. И в центр. Уголок, уголок, вершина. 1, 2, 3, 4. Колено каждый раз хорошо сгибается. И с левой ноги. И 1, 2, 3, 4. И 5, 6, 7, 8. То же самое развернем в обратную сторону. И будем начинать с правой ножки. Только углы будут сзади, да? И возвращаться на центр. И 1, 2, 3, 4. Очень хорошо подготавливаем для предстоящего дня ахилл, икроножную мышцу. Доставляем смазочку в колени. Подкачиваем ягодицы. После такой активной нагрузки нужно восстановить дыхание, найти баланс внутри своего тела. Немножко отвлечься от физических нагрузок. Подумать о предстоящих делах и спокойно стартовать на работу. Желаю вам отличного настроения и до встречи!